А помните, как мы в детстве прыгали на скакалках на скорость? Да еще и спорили, кто кого перепрыгает. Да, конечно, помним. А для взрослых сейчас это очень хорошая кардионагрузка. Но для начала нужно разогреться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прыгать необходимо в обуви, то есть не в носках, не в каких-то открытых сланцах, именно в закрытой обуви, именно в кроссовках, чтобы вот именно защитить наши колени от травм. Очень важный момент, необходимо распределять равномерно нагрузку на наши стопы, то есть прыжки должны быть не на носках, не на пятках, а именно на всю стопу равномерно. Да? И еще второй момент, колени всегда у нас должны быть чуть-чуть согнутыми, то есть мягенькими, да, чтобы мы не впивались. Вот так вот мы не делаем. Нет, да, ударной нагрузки такой быть не должно, у вас обязательно заболят колени. Мы начнем с обычных классических прыжков. Очень важно следить за нашим дыханием и следить за носогубным треугольником, чтобы он не побелел. Помним про все наши рекомендации, мягкие колени, и равномерно распределяем нагрузку по всей стопе. Мы будем приседать и выпрыгивать наверх. Глубоко приседаем. Так же, как и мы делали на разминке вдох. Сейчас мы немножечко усложним нашу задачу и возьмем в руки скакалку. Сколько раз так прыгаем? Я думаю, в течение минуты будет достаточно. Еще один такой очень важный момент. Старайтесь не размахивать руками, а держать их в напряжении. Можно еще усложнить наши прыжки и сделать 2 оборота за 1 прыжок. Еще лучше, у вас включится пресс. Давай попробуем. Так, так. Оп, да! Вариантов усложнения этого упражнения огромное множество, но я покажу еще один, когда мы при прыжке подтягиваем колени к груди. На самом деле каких-то правил в количестве повторений их нет. Вы можете делать все на максимум, насколько это возможно. И скакалка – это отличная альтернатива тренажерному залу. Если у вас нет времени сходить туда, вот, пожалуйста, недорогая скакалка и небольшое количество места в доме. Главное – не зацепить и не разбить дома люстру, правильно? Нина, спасибо тебе большое. Прыгали сегодня как зайцы Нина Никитина, Виктория Лазарева. Уворачивался от скакалки Константин Шубкин.